Смотрит короткий видос в 2 минуты с тобой о том, что, что, что. Всем привет, сегодня мэшапов не будет. Сегодня будет летсплей по Твичу. Но перед тем, как мы начнем, проверь, подписан ли ты на мой канал. Чё это за хуйня, чел? Поехали. Так, кто у нас тут в стриме? Это же Пиглиной, то есть Антон Татыржа. Антон Татыржа опять смотрит Твич Кантаору. Как же ты заебал, Антон Татыржа. Ну... Пойдем тогда дальше. Что, блядь? Дальше идет Хисус. Хисус гниет в Америке, ой. То и живет припеваючи и ни на что не жалуется. Он опять смотрит подборки треков. Хисус, хватит оправдываться, что это мы просили. Кстати, интересный факт о Хисусе. Он не подписан на мой канал, а у тебя есть шанс не... Там Трамп сказал, что станет опять президентом, если... то беженцев выгонять собирается. Его дело, я не беженец. Хотя некоторые утверждают, что я получил политубежище. Нет, братан. Не упустить такой качественный контент и сделать красную кнопку серой. Дальше у нас Дрейк. Дрейк сидит с АФК ебалом на 1000 человек и что-то пиздит. Идем дальше. Дальше у нас ДК. ДК смотрит какое-то парашное шоу про гадалок и рофлит над ведущим. Ничего нового. Идем дальше. Дальше идет подписка на мой канал. Охуел, и становление красной кнопки серой. Ой, стримеры закончились. Так, стоп. Что это? Это же Мазилов. Как я про него забыл. Ах да, мозг забывает плохие воспоминания. Так, что тут у нас? Кажется, я понял, почему я про него забыл. Лучше бы я сюда не заходил. О боже, нет, как выключить запись? Бля, я в ахуе, бля. Нет, забавно, забавно. О, блядь, опять вылез. Эти пару копеек, но я хочу сказать... А, спалился, да, смотрел, и что? Ну и шо, блядь? Иногда и за такими надо следить. Делать выводы.